Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера. Сегодня я поделюсь с вами новинками в магазине Fix Price, город Челябинск. Набор шариковых ручек, 2 штуки. Ручки сверху украшены декоративным элементом. Это не просто картинки, с обратной стороны зеркало. 62 рубля в ассортименте. Шариковые ручки, 2 штуки, 4 цвета в каждой. Для экономии пространства в небольшом пенале идеально подойдут. Цена 59 рублей. Кроха от марки Луч. Это мягкий восковой пластилин. 9 цветов, также есть стек в упаковке. Цена 99. Наклейки декоративные, 18 на 9,5 см. Наклейки на прозрачной подложке, например, для украшения подарков. Не только с весенней тематикой цветов, но еще и добавили животных. Любителям канцелярии однозначно такие наклейки понравятся за 59. Заметила маленькие блокноты для тебя. 80 листов, цена 87 рублей. Внутри также есть закладка и отличаются дизайны. Всего я нашла 4 блокнота, они небольшого формата, А6. Я не могла пропустить такую классную новинку, это детские рассказы. Листочки здесь гладкие, глянцевые, но текст написан не крупно. Есть картинки. Серия книг называется «Удивительная Русь». Я сейчас покажу, какие есть в нашем магазине. Цена 299 рублей. Набор для творчества. Вязаная картина. Цена 149 рублей. Развивает мелкую моторику и усидчивость. Картины в этой серии есть и вертикальные, и горизонтальные. В наборе основа с картинкой, нитки и специальный карандаш. Какие милые стаканы с цветным дном. 560 мл объем. С рисунками. 87 рублей. И я нашла розовые, желтые и фиолетовые. Возможно, всего 3 варианта. Рядом расположились вот такие красивые стаканы. Расцветка очаровательная. Мыть такие будет немножко сложно. 410 мл объем. Цена 83 рубля. Их разбирают. Еще одна классная новинка – это конфетница 860 мл. Стеклянная и увесистая. Мне напоминает цветочек. Цена 199. С крышечкой сверху конфетница выглядит еще краше. Кружки с рисунком, объем 390 мл, выполнены из фарфора, расширяются кверху. Есть с изображением фейерверка, здесь, кажется, гирлянды. И еще одна, цена 99. Стакан с трубочкой из коллекции Tutti Frutti, 540 мл объем. Трубочка фиксируется, не выпадет. Также должны быть еще с розовыми крышками, но, видимо, разобрали, цена 124. Набор трафаретов для кофе, цена 43,50. Здесь 10 штук упаковки, рассмотреть их сложно. Состав полипропилена, первая точно медузка. Открывалка для бутылок, за круглое отверстие можно прикрепить к ключам. На открывалке есть печать, цена 43,50, нержавеющая сталь. Пивная тематика, изображены бочки, надписи различные, всего 4 вида нашла, ну и незаметные. Очередная находка для хозяюшек – это сито с пластиковой ручкой. Диаметр 13,5 см, вставка из нейлона, 87 рублей. Прихватка в форме варежки, мне кажется, она очень тонкая. Я не уверена, что ваша рука не почувствует горячего. Она опять входит в коллекцию Tutti Frutti, цена 124 рубля. Гигантский салатник Паша Бахче объемом 5 литров, 31 сантиметр диаметр, с шероховатым покрытием, цена 199. Керамическая пиала, объем 260 мл, цена 62 рубля. Есть черного, розового и бежевого цвета. Глубокие тарелки из этой коллекции, 460 мл, тоже керамика, 99 рублей, все цвета в наличии. Блюдо чайное диаметром 14 сантиметров. Это третий цвет из этой коллекции, цена 39,50. Керамика. Стоят в тарелках, не в кружках. Чайная чашка объем 245 мл. Я их тоже нашла. Сделаны из керамики с маленькой ручкой, относительно аккуратные, 62 рубля. Какие яркие термобокалы. Внутри вставка цветная. 360 мл, боросиликатное стекло, цена 249 рублей. Есть еще фиолетовые, желтые и зеленые. Снова в продаже French Press, цена 299 рублей. 610 мл, боросиликатное стекло, нержавеющая сталь и полипропилен.
От Паша Бахче огромный бокал для вина 780 мл. Целая бутылка влезет, цена 199. Набор для кухни симпатично упакован. Тряпочка 30 на 40 вложена в прихватку размером 20 на 20 сантиметров. Цена 99 рублей. Всего три расцветки. Первая, наверное, самая спокойная, дальше уже поярче. Голубая и оранжевая. Валик для создания идеального пучка. Цена 59 рублей. Небольшая инструкция есть на упаковке. Пару раз попрактикуйтесь, и все получится. И, кстати, отличаются по цвету черные, коричневые. Для блондинок подойдут молочные, и они небольшого диаметра. Набор детских резиночек для волос 4 штуки, попарные. Очаровательные декоративные элементы, зафиксированный на клей, цена 59 рублей. Универсальные резиночки для волос с декоративными элементами. В упаковке их 5 штук, цена 59 рублей. Все черного цвета. Целая серия расчесок, как всегда, привезена фикс прайс. Прямоугольная широкая массажка и вторая узкая расческа, цена 149 рублей, с ребристой ручкой. Это третий цвет расчески и новая форма, круглая, но не очень широкая, цена 149 рублей. Для пушистых моих волос точно не подходят такие. Четвертый вариант расчески, круглая и широкая, но щетина не защищена и может царапать голову. Складная расческа для волос, компактная, внутри есть зеркальце. Напишите, кто такими пользуется сейчас, цена 124 рубля, есть еще черные. Массажер для лица гуаша в форме сердечка. Если постоянно им пользоваться, то можно избавиться от отеков. Здесь цена 199, но мне кажется, что они подорожали. Очередной органайзер для косметики и аксессуаров с 6 секциями. Край скошенный, внутреннюю часть можно вытащить за 199. Еще один органайзер из бело-серой серии. Это у нас шкатулочка, она двухъярусная. Белая часть разделена на две, цена 249. Если не ошибаюсь, все остальные органайзеры я уже показывала, но пройдусь по полочке. Семнадцать с половиной на 8 на 24 сантиметра новая сумка. Три молнии, есть прострочка, небольшой декоративный элемент, мягкая регулируемая ручка. Сумка сделана словно из плащевки, зеленого, синего, черного цвета и красная. Внутри есть подклад, нитки лишние не торчат. Цена 299 рублей. Еще одна сумка с тканевыми ручками. Ручки не регулируются, две штуки. Она с прострочкой со всех сторон. 27 на 7,5 на 31,5 сантиметр. Сумка шопер, нитки не торчат, внутри нет подклада, закрывается на магнит. Цена 299 рублей. Серые, синие, розовые и черные. Можете посмотреть, как выглядит дно. Оно узенькое. Милые мужские носки, высокие, с рисунком и тепленькие. 62% хлопка, 124 рубля. Огромный выбор изображений для тех, кто не комплексует о рисунках. Скоро, как раз 23 февраля, можно прикупить размер 42-44. Детские пижамы 100% хлопка состоят из двух частей. Это брюки и кофта с длинным рукавом. Максимальный размер на рост 134. Есть с единорогами. Вот этот вариант больше понравится мальчикам. Еще один вариант со счастливой зеброй. Цена 299 рублей. Полотенце вафельное с бордюром размером 35 на 60 сантиметров. Состав 100% хлопок. Изготовлены в Узбекистане. Черные, синие и зеленые полосы. Ошиблась. Два оттенка зеленого, есть еще серые. Цена 116 рублей. Посмотрите, какие забавные мочалки для душа. Напоминают немножко юбки испанские. 79 рублей, молочные, фиолетовые, и там в конце висят еще персикового цвета. Чехол для одежды с карманами для хранения 60 на 40 на 10 сантиметров. 299 рублей, отличаются по цвету, карманы прозрачные. Очищающие таблетки для сливного бачка Sun Inspector. Разные ароматы 69 рублей. Sun Inspector с шариками 79, Breath большая упаковка 199. Упаковка яркая, биг, бритвенные станки. Одно лезвие и в упаковке 5 штук, одноразовые. Одни из самых бюджетных на данный момент, цена 79 рублей. Если нужно больше лезвий, то такие в продаже тоже есть, только цена будет выше. Парфюмированный спрей от Parly Cosmetics. Популярный сейчас аромат табак и ваниль. Кажется, у Том Форда что-то такое было. 200 мл, цена 79 рублей. Интересная бьюти-находка.
Это увлажняющий тинт для губ с экстрактом клубники Зузу. Цена 79 рублей. Еще более необычная находка фикс-прайс – это тональный крем, китайский производитель. С экстрактом авокадо цвет нельзя выбрать, видимо, подстроится под тон кожи. Объем 40 мл, стали бы рисковать таким. Цена 149. Новые тряпочки для автомобиля очень плотные, размером 30 на 30 сантиметров, двухсторонние. Цена 59 рублей, цвета в ассортименте. Снова в продаже коврик антискользящий для автомобиля. Цена 87 рублей. На самом деле такой силиконовый коврик будет очень много пыли собирать, и поверхность нужна для него плоская. В продаже удалитель скотча, стикеров и тонировочной пленки. Цена 124 рубля, объем 210 мл. Магнитный держатель для телефона в автомобиль. Цена 249 рублей. Фиксация смартфона с помощью магнита. Вес до 300 грамм. Можно регулировать наклон и длину держателя. Небольшой тестер электрического тока цифровой не требует дополнительных батареек. Помогает определить разрыв в электрических сетях. Есть инструкция, цена 79 рублей, и даже можно выбрать цвет. Набор инструментов. В него входит рукоятка-держатель, шило и насадки разные, цена 149. Мимо такой новинки я просто не могла пройти. Посмотрите, что к нам завезли. Китайская лапша со вкусом курицы. Вилка в комплекте, специи разные, цена 149 рублей. Со вкусом морских ушек и острой говядины. Еще один вид китайской лапши, вот этот фикс-прайс, удивил. Вкус также куриный. Интересно, чем они отличаются друг от друга. Цена 149 рублей. В красной упаковке вкус говядины, но не указано, что острая. И со вкусом креветок в голубой упаковке. На кассе можно в баночке найти леденцы 59 рублей. Очень крупные. Кстати, баночку можно будет потом еще использовать, она хорошая. Набор открыток, любви, тепла, вдохновения и с другими надписями. Три штуки. Ты космос, счастливых мгновений, цена 59 рублей. Пусть сбываются мечты. Улыбок, нежности, уюта. Очень красивые открытки с изображением птиц и цветов. Последний вариант мне тоже понравился. Здесь нежные изображения. Можно взять к 8 марта. Чеки для исполнения желаний 83 рубля. Любимая, я обещаю тебе. К примеру, обещаю сделать расслабляющий массаж после тяжелого рабочего дня. У меня все, друзья, благодарю за просмотр. Проверьте подписочку на канал. Я желаю вам чудесных покупок, хорошего настроения. До скорых встреч и пока-пока!